Всем привет, меня зовут Алекс, это канал Alex Kinder Toys. Сегодня, как обычно, откроем 15 классных сюрпризов. Lost Kitties, Dairy for Fun Смурфики, сюрприз слайм Губка Боб, Шопкинс, раритетные киндеры Симпсоны 2008 года и многое другое. Будет интересно, поехали! Начнем со свитбокса Пушистики Сказки Леса. Внутри пакетик с мармеладом и с игрушкой. Все в коллекции 8 фигурок. Попался бельчонок по имени Орешек. Какой милый пушистик с зелеными глазками. Прижал себе лапками большой орешек Арахис. Фигурка бархатная, стоит на подставке. Красивая игрушка. Шоколадный шар Чупа-Чуп свинка Пеппа профессии. Все в коллекции 8 фигурок. Прикольная фигурка – это крольчонок Ребекка. Судя по наряду, она работает стюардессой. Игрушка пластиковая. Какие прикольные у нее розовые щечки и носик. Пакетик Юху и его друзья от Симбы. Попался лев Лио. Самец, место обитания Серенгети, парк в Африке, семейство Барбарийский рев. Лио самый храбрый и сильный зверь на планете. Все в коллекции 26 игрушек. Какой забавный глазастик с очень густой гривой и длинным хвостиком с кисточкой. Игрушка бархатная, смотрится классно. К сожалению, у меня уже есть такая в коллекции. Десерт с игрушкой в виде грибочка Dairy for Fun Смурфики. Интересно, какие игрушки там будут? Вот такой тут десерт. А здесь игрушка. Голова Смурфика. В этих сюрпризах могут попасться головы вот этих смурфиков и вот такие брелки. Вот такая крупная голова смурфика, которую можно использовать как насадку на ручку. Судя по вот этому цветочку, это красавчик. Я люблю больше фигурки. Киндер-сюрприз Барби. Новая коллекция Барби профессии. Барби диджей подняла руку вверх, пытается завести толпу на танцполе. На поясе у нее красные наушники, а в руке пластинка. К пластинке идет вот такая наклейка. Фигурка довольно крупная. My Little Pony Cutie Mark Crew, 4 серия. Что-то конфетти все высыпалось еще до того, как я дернул за веревочку. Наверное, лишнего положили. Так, вылазь давай. Большая коллекция с поняшками. Яркие цвета, неон, блеск, завиток и помпон. Красивая и яркая девочка из Эквестрии по имени Рерити. Прикольно у нее пышные волосы. Вместе с игрушкой идет вот такая подставочка в виде сердечка. И еще вот такие солнцезащитные очки, очень стильные. Можно Рерити посадить внутрь. Классная игрушка. Смотрите, сколько конфетти высыпалось из сюрприза. Походу двойная порция. Шоколадное яйцо Эмодзи Мега Секрет.
Сегодня понедельник, не забудьте зайти в мою группу ВКонтакте и посмотреть, кто стал самым активным подписчиком за прошлую неделю и получит 5 моих повторных игрушек. Ссылочка будет в описании под видео. Коллекция из 11 прикольных смайликов. Вот такой прикольный брелок с веревочкой. Смайлик до того сильно смеялся, что у него слезы из глаз полились. Забавный. Пакетик Шопкинс в мини-упаковке. Коллекционный выпуск Шопкинс. Прикольная упаковочка в виде банки. И есть вкладыш. Игрушки бывают обычные, редкие, суперредкие, особый выпуск, ограниченный выпуск и мини-упаковки. Также могут попасться шопкинсы с покрытием пятнистые, перламутровые и блестящие. Коллекция, как обычно, огромная. Фрукты и овощи, еда на вынос, замороженные продукты, выпечка. В большом ассортименте вот такой ограниченный выпуск. Сладости, молочные продукты, бытовая техника, бакалея. Тоже большой выбор. Мода, здоровье и красота. И средства для уборки. Прикольная мини-упаковка – это консервная банка кукурузы Harvest. Давайте ее откроем. Какой классный радостный Шопкин с большими глазками. Играет на гитаре. Это брокколи. Очень яркий. Тут у него золотой знак Шопкинса. Можно использовать как насадку на карандаш. Прикольный. Соска от Atlas Kitties. Все в коллекции 36 маленьких котиков. У меня она пока плохо собирается, много повторок. Белый пластилин. Какой милый маленький котенок, оранжево-желтого цвета, с зелеными глазками. И он облизывает что-то похожее на мороженое, только вряд ли это мороженое. Весь желтую точечку. Забавный. Давайте посмотрим на наклейку. Да, как я и думал, котик облизывает не мороженое, а мешалку для теста. Вытащил ее из миксера. Довольный такой. А зовут нашего котика Падлес. Смотри, много не ешь, а то лопнешь. Из серии малюсеньких Lost Kittiesов у меня уже собрано 11 игрушек. Осталось найти еще 25. Шоколадное яйцо Мега Секрет Пирата Прилипалы. Собери всю коллекцию из 16 игрушек. Целая пиратская команда. Опасный рыжебородый пират сидит на сундуке с сокровищами. Вместо одной руки у него крюк. Это игрушка-прилипучка, сделанная из резины. Теперь давайте откроем фигурку Фанка Five Stars Гарри Поттер Гермиона Грейнджер. У меня только ее не хватало для сбора всей коллекции. В конце вам ее покажу. Вот такая классная фигурка Фанка Гермиона Грейнджер в форме Хогвартса, факультет Гриффиндор. Довольно крупная, сделана качественно. На лице у нее много конопушек, густые брови и пышные волосы. Ручки у фигурки двигаются, голова тоже. Маленько волосы мешают. Вместе с игрушкой есть еще и аксессуары. Прикольная книга «История Хогвартса». Жалко, открыть нельзя. Волшебная палочка. И вот такое белое перо. Вингардиум Левиосо. Не получилось. Вингардиум Левиосо. Вот так выглядит полностью собранная замечательная коллекция Funko Five Stars Гарри Поттер. 5 классных фигурок. Троечка раритетных киндер-сюрпризов Симпсоны 2008 года.
гарантированно одна серийная игрушка. Один киндер совсем рассыпался. Серия мопедов. Игрушка разборная с наклейками. Прикольный мопед красного цвета. Колесики у него крутятся. Есть сидушка, руль. Сзади фары. Впереди тоже фара. Смотрится неплохо. Также у него откидывается подставка. Можно его припарковать. Серия каких-то монстров-попрыгунчиков. Жуткое глазастое зеленое существо с большим ртом. Игрушка-попрыгушка. Сделана из пластика. И остался последний киндер. И здесь серийная игрушка. Здорово. Коллекция игрушек по классному мультсериалу «Симпсоны». Всего 10 фигурок. Мне попался Отто Манн. Это водитель школьного автобуса Спрингфилдской школы. Сидит и слушает музыку в наушниках. По-любому свой любимый металл. Одет шорты, рубашку и кроссовки. Неплохая фигурка. А вам нравится мультсериал «Симпсоны»? Напишите в комментариях. Из серии «Симпсоны» 2008 года у меня пока собрано 4 игрушки, осталось найти еще 6. И осталось открыть вот такой огромный сюрприз – «Спанч Боб Слаймс». Огромный кубик с губкой Боба. Стоит он 700 рублей. Интересно, что там за игрушка будет? Помимо игрушки, там слайм еще. Давайте открывать. Упаковка прикольная. Так. Это инструкция, как собирать фигурку. Здесь, похоже, слайм. А вот и игрушка. Прикольный Губка Боб в очках. Блестит, как будто золотой. И он еще разборный. Интересно. Судя по инструкции, нужно сюда налить слайм и одеть. Давайте сделаем. Ну, как-то так. Вот такой забавный губка получился. Из всех дырок у него течет слайм. Странная, конечно, игрушка. Но кому-то, может быть, нравится играться со слаймами. И кто-то любит губку Боба. Тогда ему сюрприз зайдет. Но мне кажется, 700 рублей за такую игрушку очень дорого. А что вы думаете? Напишите в комментариях. А слайм прикольный. Вот такие классные игрушки мне сегодня попались. Больше всего мне понравились Шопкинс Брокколи, Котенок Лос Китис, Губка Боб и Гермиона. А вам какие игрушки понравились? Напишите в комментариях. Всем пока! Подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые видео. Жмите на колокольчик, делитесь видео с друзьями. Ставьте лайки, пишите интересные комментарии. Ну а я пойду попью чайку со сладостями.